Привет, мои дорогие! Устраивайтесь поудобнее, чашечкой чая или капучино. Где моя капучино? Меня сейчас принесут. А пока я хочу сказать вам, что мы начинаем рубрику. То есть я начинаю рубрику вместе с вами. Шопинг. Шопинг не только одежда, не только обувь, но и шопинг, рождественский шопинг, игрушки, украшения для дома. И если вам интересно, оставайтесь со мной и идемте по магазинам Европы. Всем привет! Сегодня мы идем в магазин Депот. Шопинг, война в шопинг. Где продается очень много красивого дека для Рождества и Нового года. Ну что, пошли?
и снимаю для вас мои покупки. Я купила 2 набора шишек. Завтра я буду делать поделки и украшения, и вы увидите их в моем новом видео. Такие вот шишечки. Я купила 2 свечи. К ним в наборе уже шли батарейки. Сейчас попробуем зажечь. Я уже достала батарейки. Вот так вот горит свеча. Я купила пару пакетов подарок для подарков. Подарок купила. Такого ангелочка. Его можно поставить в машину. Так где угодно. Я думаю, что для машины будет здорово. Тут в Германии, тем более, что как бы ангелочков, ангелов-хранителей очень многие вешают в машину. Я купила рога. Я купила 2 пары больших и 2 пары маленьких. Вот уже на дереве. Так, дальше я купила салфетки на Рождество. Нет, извините, на Новый год. И также на Новый год для коктейлей я купила такие трубочки. Они не пластмассовые, они как бумажные, но не знаю, попробую, потом расскажу. Еще один я купила Xmas, то бишь Christmas. Мне очень понравилось. В моих предыдущих видео вы, наверное, видели, что у меня уже такой есть. Смотрите, с огонечками деревянные. Миленький, хороший, мне понравился. Я решила купить себе, прикупить еще один. Дальше я купила вот такие вот подложки для тарелочек, 4 штуки. Это для бутылочек, для подарков. Вы подписываете, кому и от кого. Вот еще одна, кому и от кого. И вот таким вот образом. Таким образом. Можно и без открытки, но это и есть как бы открытка, видите? Celebrate, drink and be merry. Вот. Вот уже маленький подарочек готов, да? Ну вот мои покупки на сегодняшний день. Так как это был уже не первый заход в этот магазин, я в прошлый раз накупила много свечей и много шаров. Так что на сегодня я ограничилась вот такими вот покупками. Ванильные свечи очень-очень рекомендую, они пахнут очень ароматно. Ароматно. Не, у меня аллергия на запахи, но это великолепно. Нежный, приятный, не такой вот неприторный, хороший запах. Ну вот и все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, что вы хотите еще увидеть в моих следующих видео, в какие магазины вас сводить, в какие вас магазины, мои дорогие, брать, взять с собой. Это может быть обувь, одежда, распродажа будет после Рождества. А пока наряжаем елочку, если кто не нарядил. Смотрите видео, как я нарядила свои елочки, 4 штуки. До новых встреч. А пока. Чао!